спасибо вам еще раз большое, что согласились с нами сегодня побеседовать. Пожалуйста, не могли бы вы представиться и рассказать о своих нескольких примерах предыдущих и нынешних проектах, которые связаны с экологией и защитой прав человека? Здравствуйте, спасибо за приглашение. Меня зовут Яна Тамагашева. Я из Южной Сибири, из Кемеровской области. Многим известен наш регион как Кузбасс, где добывают уголь. Я представитель шорского народа. Это тюркоязычный народ Сибири. У нас приблизительно по последней переписи 12 тысяч человек. Но в Кемеровской области непосредственно проживает основное количество шорцев – это приблизительно 10 тысяч. Я, наверное, скажу, что не занималась экологическими вопросами в целом до ситуации, которая до ужасного случая, который произошел в 2012-2013 годах, когда стал вопрос о переселении поселка Казас. И вот поселок Казас был непосредственно связан с моей семьей, потому что это родовая деревня, где вырос мой папа, где родились мои родители, где они познакомились, где вырос мой папа, где построил дом мой дедушка. И этот дом был, как по наследству достался моему папе. У папы тоже также есть родные братья и сестры. И вот в 2013 году, в конце 2013 года, этот дом сожгли. Дом дедушка, к сожалению, умер ранее. Дом сожгли угольщики. Просто потому, что папа не хотел продавать дом, землю угольной компании. Как я уже во многих своих эфирах говорила и публиковала, что условия жизни были настолько невозможными, были ужасными в этой деревне, потому что разрез открытой добычи угля проводилась непосредственно рядом с деревней. И настолько были ужасные условия жизни, что да. Просто жить было невозможно. Официальной государственной программы переселения не было, какая должна быть, о которой говорили, в принципе, российские власти, о том, что это все программа, это переселение деревни. Никакой программы переселения не было. Люди продавали дома свои, продавали за бесценок, можно сказать, за свои земли. Кто за сколько продаст? И, то есть компания сколько предложит? В целом, пять хозяев отказались продавать дома, отказались продавать свои земли. И вот в 2013 году с ноября начались поджоги. Первый дом подожгли в конце ноября. Дом моего отца подожгли в конце декабря 2013, и до марта 2014 года оставшиеся 5 домов были сожжены. И это были последние дома этой деревни. И вот с этого момента, я бы не сказала, что прям именно сожжение, а вот ранее, конечно, это борьба коренного народа Шорции началась с угольными компаниями. Борьба за права, борьба за свою жизнь, борьба за право на благоприятную окружающую среду, борьба за условия, за чистый воздух, за чистые реки и за право заниматься традиционными видами деятельности. То есть вот с этого момента началось поднятие, можно сказать, вот этих всех вопросов, о которых мы, в принципе, и не особо говорили ранее. И с этого времени началось экологическое движение Кузбасса, именно с деревни Казас. И вот я, не занимаясь ранее экологическими вопросами, в целом правами коренных народов, правами человека, была вынуждена, то есть, начать заниматься этими вопросами.
если уже забегая уже вперед, что потом произошло после 2013 года, мы об этом, наверное, там попозже поговорим, но об экологических так называемых проектах я скажу, наверное, уделю внимание моему последнему такому проекту, который называется «10 историй об угле». Этот проект о, как бы так сказать, кратко, 10 коротких видеоисторий о варварской добыче угля в Кузбассе, в России, и влиянию на экологическую ситуацию региона и на коренные народы в целом, на телютов и на шорцев. Эти видео очень короткие, они опубликованы в YouTube. Когда я уже бежала из России в 2018 году, я здесь познакомилась, я получила политическое убежище вместе с моей семьей в Швеции. И уже здесь, когда я познакомилась с различными климатическими активистами, когда рассказывала о своей истории людям, живущим в Европе, использующим уголь Кузбасса непосредственно, я была удивлена, что люди ничего не знают о Кузбассе, ничего не знают о моем народе, естественно, ничего не знают о Сибири. Вы слышали, да, Сибирь холодно и больше, в принципе, ничего. Но узнав о том, что здешние промышленные компании, например, в той же Швеции или там в целом европейских других стран, используют, жгут уголь Кузбасса, тот уголь, который я знаю, как его добывают. Люди, то есть друзья, знакомые стали просить меня, где бы побольше информации узнать о добыче угля, об этой варварской добыче. И информации на английском языке было не так много. И возникла идея создать такие короткие истории. Добыча угля, она ведется последние годы открыто. Открытая добыча угля – это когда взрывают, ежедневно взрывают, и вот это все, вся пыль, вот это все эти химикаты, которые используются при взрывах, они все оседают на близлежащей территории. И как мы видим, что добыча угля ведется на территории на богатой территории коренных народов. И в целом, если брать во всем мире и в России, вы видите, что именно на богатых шорцы, ой, простите, шорцы, коренные народы Севера, Сибири, Дальнего Востока проживают на богатых природными ресурсами территориях. На таких же богатых природными ресурсами территориях проживают остальные коренные народы всего мира. И также и шорцы, вот наша земля, Кузнецкий угольный бассейн, мы называем свою землю Горношория. Тут вот нашли и золото последние тоже годы, начали добывать ее. Естественно, если добыча ведется на территориях, где проживают шорцы, телеуты, то здесь говорится о том, что наше традиционный вид, это очень сильно влияет на наш традиционный вид деятельности, на рыболовство, на охоту, на сбор дикоросов и ягод. Это все наши традиционные виды деятельности, которые, к сожалению, без тайги, без реки, мы не можем продолжать заниматься этими видами деятельности. Вот это самое такое негативное влияние на наш народ. Далее, естественно, экологическая ситуация всего Кузбасса, конечно, катастрофическая. Воздух, как я уже вначале говорила,
То есть даже нечем дышать в Кузбассе в целом. Реки загрязняются, тайга уничтожается. Конечно, ужасно. И, естественно, это очень влияет на здоровье коренных жителей. На здоровье, непосредственно на здоровье женщин и детей болезнями, врожденными пороками. И очень сильно у нас большой процент онкологических заболеваний и заболеваний дыхательных путей. То есть у нас процент таких болезней, конечно, выше, чем показатели выше, чем по всей России. Вот. Какие у шорцев, в частности, и у других коренных народов в целом в России есть механизмы влияния на ситуацию? То, что мы на Западе называем вот public participation, общественное участие, есть ли какое-то, есть ли, проводятся ли общественные слушания, есть ли доступ к информации об экспертизе? То есть как могут люди участвовать реально в своей судьбе? Слушания у нас проводятся в кавычках, я скажу. Все это, все экспертизы, любые экспертизы, любые слушания, это сплошная бутафория в России. То есть как такового доступа к таким слушаниям нет. Если даже и участвуем мы в каких-то в слушаниях, то это все, все голоса и все прочие данные будут подделаны, изменены, и согласие народа, если народ даже будет против, согласие народа никто не будет спрашивать, они просто напишут. Так как у нас в России проводят выборы, так же и проводят у нас абсолютно такие слушания. Там рисуют цифры, рисуют проценты голосов. То, естественно, слушание для них провести, расплюнуть, где обмануть коренной народ, им просто очень легко и просто, да, для них. Вот. Поэтому как такового настоящего, реального доступа к каким-то экспертизам у нас, к сожалению, нет. И это большие деньги проводить, например, этнологические экспертизы, экологические экспертизы. Это большие, огромные средства, но у которых у бедных, маленьких коренных народов, к сожалению, средств нет. Мы смогли подать жалобу в Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН. И добились рассмотрения в 2017 году на сессии этого комитета рассмотрения дела Казаса и нарушений прав шорского народа. Это впервые было такое в истории нашего народа, когда нарушения прав шорского народа рассматривались на сессии ООН. И по итогу этой сессии была какая-то резолюция, какое-то решение принято? Да, были приняты, опубликованы заключительные замечания. Члены комитета внимательно рассмотрели дело. Они до этого, конечно, вели, то есть, вели также переписки с правительством Российской Федерации. То есть это было очень много писем. И в конце концов, то есть это была заключительная такая сессия по нашему делу. И там не только по нашему делу, там в целом же сессия была по различным вопросам, по нарушениям прав. Да? Вот, но при этом вот в течение сессии рассматривали как раз вопрос шорцев и казаса. Заключительные замечания были опубликованы и по итогу этой сессии, и в нескольких пунктах было указано о том, что нарушены права шорского народа, и комитет рекомендует России восстановить все права шорского народа, а также жителей поселка Казас, а также рекомендует ратификацию конвенции МОД 169, это по правам коренных народов. Эту конвенцию Россия, естественно, не ратифицировала. И в целом, конечно, соблюдать права шорского народа. Меня интересуют практические рекомендации для законодателей из ОБСЕ,
Может быть, вы также у вас есть какие-то рекомендации для правительства России? Россия состоит еще в ОБСЕ. Что должно быть сделано о том, чтобы ситуация улучшилась? Какие рекомендации у вас есть для гражданского сообщества? Что они могут сделать для того, чтобы права коренного населения соблюдались? В первую очередь хотелось бы, чтобы и правительство, и гражданское сообщество, и все в целом прислушивались к голосам коренных народов. Потому что сегодня голоса коренных народов – это правда, это… Потому что коренные народы – это хранители земли, потому что коренные народы – хранители территорий, и мы… Это у нас в крови. Мы знаем, как обращаться с природой и не брать. У нас у коренных народов есть закон не брать лишнего. И не брать лишнего сегодня в связи с климатическим кризисом, это, наверное, должно быть таким лозунгом для всех. В целом, конечно, хочется также порекомендовать всем соблюдать права коренных народов, прислушиваться и учитывать декларацию ООН о правах коренных народов. Вот в целом, да, и те права, которые указаны на международном уровне, в международном праве также. И я надеюсь, что правительство Российской Федерации меня услышит и задумается в целом о народах, которые составляют большую часть территории Северо-Сибири и Дальнего Востока.